Всем привет, дорогие друзья, с вами Дар Риди, и сегодня мы посмотрим такую игрушку, как Огненный элемент 2. Вот, играю я первый раз, я ее даже не опробовал, то есть прям будем импровизировать. Хотя я всегда импровизирую, то есть я пока не готовлюсь так. Пока у меня мало подписчиков, когда будет больше подписчиков, я буду более качественные обзоры делать. Ну а пока... маленькая аудитория, стремление, конечно, хотелось бы, да, и хорошие обзоры делать, качественные, но нужны подписчики, мне помогут развиваться. Вот, так что подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, я буду делать лучше обзоры на любую игру, которую вы будете просить, да, и будет даже качественный обзор с английскими там. То есть буду самое важное, самое главное выделять. Ну, такие будут там Call of Duty, вот, ну, не знаю, Need for Speed, вот, Mortal Kombat 10 скоро выйдет, или там GTA 5 даже будет. Любые игры, которые вы просто попросите, я пойду, схожу, куплю и сделаю обязательно обзор на нее. Самое главное, чтобы были подписчики. Ладно, начнем, в общем, разбирать нашу игру Огненный элемент 2. Так, старт. Так, это, видимо, развитие, да? Допустим, начнем с этого. А, вот он, я лечу, да? А, я стреляю, я должен убивать. Вот. Чтобы не потушить огонь. Понятно, вот они. Так, доллары. Сколько у меня долларов? Так, 13% я прошел. А, я должен в эти все проходить. В эти же я прошел. А если капля упадет, интересно, в огонь. Как не должна упасть в огонь. Так, понятно. Так, пойдем дальше. Мы будем должны вот это все проходить. Так, это непонятно что. Процентов прошел. И идем дальше. Вау, посмотри, какой чувак. Я не смогу всех убить. Ты что, издеваетесь? Тебя точно убью. 50% прошел. Так, увеличить, значит, speed — это скорость. То есть я могу увеличить скорость. Damage. Блин, не помню. Ладно, давайте переиграем. И скорость. Контроль. Так, давайте попробуем вот это допустим. О! По два патрона, это круто. Слушай, крутая игрушка. Вот почему я английский не учил, я прям жалею. Только я не вижу, где мои заработанные. Ой, простите, простите, ребята. Вот оно. Вот мои деньги, значит. Так, идем дальше. Теоретики падают. Собрался деньги. Замечательно, 100% прошло. 65 долларов. Чем мне взять? Вот контрол. Давайте накопим на нее, я думаю, это будет круто. Это будет у меня 3 патрона, да? Попробуем пройти вот этот еще раз. Сейчас,
Продолжаем играть. Где-то они как-то прямо летели, да, эти вот прям. В принципе, если вот так делать, туда-сюда. Что у меня ходит это? А, нет, это... Мышка за экран. Просто мышка за экран. 83%. Вот скорость, в принципе, почем. Скорость и дэмэйдж. Переиграю нам это. Позову. А, я, по-моему, становлюсь больше, что ли? У меня больше здоровья. И градацкая война, мне, ох, мне она нравится. Я в ней обязательно буду играть. Так буду делать ничего. Обязательно будете собирать, это очень много денег. Здесь долларов. Так, $95. Давайте накопим 150, я прям просто хочу это купить. Это уже суровые. А, они телепортируются, вы прикиньте. Ставьте сколько себе. Вот он гад-то какой. Пробрался таким. Мне надо $150. Почему с них не падают деньги? Мне нужны деньги. О, как раз 150 берем контроль. Сейчас там это точно все пройдем. Так, тебя мы не прошли. Не прошли. По-моему, все прошли, да? А, давайте еще раз пойдем. Ну, сейчас круто, то есть впереди два и остальное. Контроль лучше. Сейчас мы напрошли на 100%. Это моя собственная музыка, собственный репертуар. Так. Что-то за 1000 есть какие-то ракеты. Это вообще непонятно что. Так, за 150 есть какие-то ракеты. Давайте все-таки накопим вот на ракеты, да? Давайте, 150 нам всего лишь надо. Дополнительные ракеты, это не знаю, круто. Может, как уровень-то нам должны, нам надо. Как-то нам надо же, да? Если мы согласны? Если не согласны, пишите в комментарии. Нам надо? Что нам надо? Канал становится сильнее, развиваться. Ну, 100% хорошо. Ошибись. Так, ну это вообще плёво. Пусть плёво, я думаю, должен быть уровень. Чувствую интуицию. Интуиция у меня такая, что этот уровень хороший. Лучше будет. Я просто хочу на 100% все на отлично попасть. Чего сомневаться? Больше денег, я очень, я очень-очень алчен. Мне нужны деньги, я не хочу, чтобы никто из вас не пошел. Так, окей. Ага, есть. Все, берем ракеты. Вау! Теперь я могу покупать ракеты. Самонаводящиеся ракеты. Понятно, то есть у меня теперь вон на что. Давайте вернемся к этому, да? А нельзя? Я хочу поменять оружие. Как мне менять оружие? Слушайте, ребята, я не знаю, как мне менять оружие. Кто не знает? Есть такая кнопка. А, это босс, вот он, ну. Сейчас мы его взорвали.
если они пробираются, это здоровье. Понимаете? Блин, я хочу поменять оружие, я не знаю, на какую кнопку это делать. Так, прошли на 85%, да? Кстати, я хочу переиграть его. А, вот физика оружия, да? Я просто хочу, допустим, я не хочу ракеты. Хочу поменять, но я не знаю, как это сделать. Так, мы вернемся назад. Коральки, они ракеты. 100% сделал. Спид. Совершенствование. Ребята, ну кто знает? Кто знает, как мне. Конечно, тут ракеты. Я, вот тут я, допустим, казалось, то оружие было бы, наверное, получше. Это на массу. Оружие тут покруче было. А, кнопками 1-2, короче. Один это вот это оружие. Топ 2 все включаюсь, потом один. Круто, круто, круто. Ну, они застынут, да? На какое-то время. То есть, есть смысл. Есть смысл все прокачивать, потому что в определенный момент нужно менять просто оружие. Так, теперь нам надо накопить на это. Офигеть. Все, это конец. Чума, просто чума, ребята. Мне надо, наверное, обзор немножко продлиться. Потому что я хочу, блин, подальше пройти. Действительно, игра заинтересовалась я ее. Вот эти бонусы очень хорошие. Они застывают на несколько секунд, и мне это помогает. Это не просто помогает. То есть, ну, он постоянно комбинирует. 1-2, 1-2, потом у меня будет третье оружие, будет 3. То есть сама наводка, это, конечно, тоже очень круто. Я не могу все контролировать, выпускаю все самонаводящиеся ракеты, и они добивают тех, кто кого им достает. Так, наконец-то мы собираем третье оружие. Так, что у нас тут получше? Блин, ну не прокачан лучше, это конечно же. Давайте мы что-нибудь немного прокачаем. Чтобы прокачать, я его, я думаю, стоит использовать. Странно, почему он не заморозил? Просто разморозил. Ну это не такой сильный эффект. То есть не надолго, ну так, на мгновение, но оно все-таки помогает. Теперь посмотрим, что у нас получилось с этого.
гусь, он вообще никого не убивает. Ракеты, вот, ракеты мне нравятся, они очень хорошие. Я могу на месте стоять, контролировать весь стол, да? Ну вот тут, допустим, хоба переключился, да, на такого, и разброс, чтоб такой пошел. А потом хоба, и вот так вот. Я не проканал. Ракет что-то и для лазера. Давайте вернемся, у нас тут где-то был босс, да? Что это? У нас было много даже. Сейчас я вот эти вообще могу легко проходить уровень, чтобы заработать немножко десятки. Обзор, конечно, затянулся наш. Это уже не обзор, а как летсплей, да? Так, вот этот наш босс, где он? Вот, да, давайте его посетим. Просто будем побеждать этого босса. Косяк убьет, он за него очень много денег дает. Давайте же его побеждать. И еще раз, сколько можно, как можно больше купить. То есть прям на 100%. Так, сейчас мы 1000. Блин, я то открыл. Просто работаем 1000 и посмотрим, что же это такое. А потом уже лазер. Потому что если у меня будет хорошая ракета, я смогу, в принципе, дальше. Я думаю, ракеты надо было нам совершенствовать. Нет, за это мало, вот за это я их не... его покупать. Ну все, покупаем. А почему я не могу купить? Непонятно. Ну все, мы сейчас там все купили. Давайте попробуем победить.
что я не могу. Не могу его победить. Давайте все-таки попробуем накопить. Все-таки эффективнее всего ракетами его убить, потому что ракеты они всех убивают. Последний раз пойдем, посмотрим, купим ли мы эту ракету или нет. Если купим, блин, то круто. Если нет, то не в принципе, я же все усовершенствовал. Ну, блин, как-то не продумано, что ли, или может я не очень понял. В общем, это был обзор на эту игрушку. Если вы пройдете и если вы что-нибудь новое откроете, пожалуйста, скиньте мне ссылку, я обязательно посмотрю и прокомментирую. Вот, с вами был Дар Ридзи, играйте в хорошие игры, всем удачи, всем пока!